Книга «Открытым оком», первый том, вопрос 262, политика. Кто такой Григорий Ефимович Распутин? Бывший, как считают, фактическим правителем России. Как такая фигура могла появиться рядом с императором? Почему его предсказания о России сбылись? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Эта личность меня одно время тоже интересовала. Я о нем специально задавал вопросы отцу Дмитрию Дудко, отцу Глебу Якунину, отцу Александру Миню и многим другим в России и в Америке. Сейчас много о нем пишут, но все ли соответствует истине? Могу сказать только мое мнение, которое может быть субъективным. Распутин Григорий – это глубоко верующий человек, обладавший даром чудотворения, все время повышавший свои знания, имел дар исцеления. Ненависть к нему от масонов была беспредельной, так что в убийстве его были замешаны даже члены царской семьи. И, как пишут, гибель его приветствовала ныне канонизированная Елисавета Федоровна. Ему следовало, зная к себе отношения в России, уйти навсегда и прекратить всякую связь с царем, быть может, выехать за границу. В политическом плане он был тем жерновом, который потянул на дно и дом Романовых, и всю Россию. Сейчас усиленно подготавливают материалы к его канонизации. Считаю это авантюрой и безумием. Апостол Павел говорит даже о живых кандидатах на священную должность, что не нужно пренебрегать мнением и неверующих. 1 Тимофею 3:7. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Тем более, когда дело касается России, русских, у которых в сознании Распутин не Григорий Ефимович, а великий распутник-бабник. И сегодня торгуют водкой с его названием и образом. Считая канонизацию вообще недопустимой не только его, но и вообще никого, ибо это есть предвосхищение суда Божия. А в отношении Распутина Григория это просто авантюра.